Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня у меня огромная посылка, самая большая посылка из всех, что мне приходили. Она 7 килограмм, и здесь не Integrity Toys, но куклы. И в этой посылке только куклы и все, что связано с ними. Снимаю вам вечером, после работы, поэтому никак не готовилась, очень не терпится открыть. Давайте посмотрим, что там. Ну, наверное, вы уже понимаете, что это. Судя по коробкам, они яркие, узнаваемые. И поэтому не сказать, что прям сильно шок-сюрприз, но таких кукол в моей коллекции еще не было. И первое, кого я достаю. Это зеленая куколка из серии Rainbow High. И из первой волны мне очень понравилась именно первая волна. По цветам радуги, и это зеленая. Обязательно буду делать на них на всех обзор, подробно все посмотрим. Слушайте, очень красиво, мне очень нравится коробка, она вся такая переливающаяся, такая яркая. И очень необычный формат у кукол, потому что после Барби и Integrity посмотреть именно на эту куклу очень странно. Все ровненько, все красиво, и мне очень нравится, что у них такие блестящие перламутровые лица. Это очень круто, мне кажется. Итак, следующее. Ой, они положили мне их еще вниз лицом. Сразу не видно. И это красная кукла из этой коллекции, тоже из первой волны. Слушайте, они разные, да, по-моему, разные. Да, коробки у них разные. Вот эта переливающаяся радуга внизу, где нарисованы девочки, она разных цветов. Ой, прям, да, и собирается радуга. Слушайте, очень здорово. Вообще, серия Rainbow High мне очень понравилась, хотя я не любитель каких-то таких прям игровых кукол, да и вообще компании MGA, но вот Rainbow High меня прям захватили. Так, это поставим чуть-чуть попозже, достанем остальные детки. И это фиолетовая. Фиолетовая — это мой фаворит. Я вообще очень люблю фиолетовый цвет. И эта дама мне понравилась больше всех. Я ее первой на самом деле заказала, а потом уже всех остальных. И сразу за спойлер, я хотела заказать все 6, но с голубой получилась неувязка, поэтому голубой в этой посылке нет, но она будет в следующей, и обязательно всю радугу мы посмотрим. И вообще, да, это очень интересно, потому что у Rainbow 6 цветов. Мы привыкли, что в радуге 7 цветов, но на самом деле, например, в Европе и в США у радуги 6 цветов. И у них нет разделения между синим и голубым. Это один цвет. А вот если бы эти куклы выпускались в Японии, то у них бы не было либо голубой, либо зеленый. Потому что зеленый и голубой — это у них один цвет. И дальше у нас желтенькая дама. Ну, у нее такой выделяющийся шиммер на носу. Какой-то зеленоватый. Но вообще, она мне тоже очень нравится. Так, идем дальше. И пятая — это оранжевая. Очень-очень крутые куклы. Мне очень не терпится их распаковать. Но, наверное, придется подождать до завтра. Но завтра я прям устрою мега распаковку, и будет много-много новых видео. Дальше то, что я сама от себя не ожидала.
потому что эту серию кукол я вообще не очень люблю. И это LOL OMG. И это девочка, не знаю, кто она, Spicy Baby она называется, да, девочка-перчик. Такая для меня это девочка-дьяволица. И вот эта парочка мне очень понравилась, поэтому я заказала обеих. И дьяволицу, и даму Марию Антуанетту из Рококо. И они мне обе очень понравились. И посмотрим, какие же они на самом деле. Дальше кукла, которую я заказала просто из огромной любви к этой сказке. Вообще таких кукол в моей коллекции нет. Но это Алиса. Я очень-очень люблю сказку про Алису, что Алису в стране чудес, что Алису в зазеркалье. Обожаю эту сказку и решила, что мне очень-очень нужна сама Алиса. Хотя в моей голове Алиса, конечно, брюнетка, но да, она в Дисней блондинка, но тоже интересно. А вот это у нас раритет. Такого вы еще не видели, потому что это очень-очень старые два фэшн-пэка, и они по Микки Маусу. Фэшн-пэки для кукол 1 к 6, один фэшн-пэк с Минни, другой с Дейзи. И их обязательно примерим на разных кукол, посмотрим, на кого они подойдут. Они, мне кажется, очень универсальные по размеру и, наверное, подойдут на многих. Тоже будем все это распаковывать и смотреть. Вообще, таких фэшн-пэков на самом деле, наверное, штук 10 разных. Я решила взять на пробу 2, посмотреть, как это выглядит, но мне кажется, что это супер мило. Их так много, что они даже на столике у меня здесь не умещаются. Но, во-первых, расскажите мне, кого хотите, чтобы я первым распаковала. Потому что я даже не знаю, за что хвататься. Они мне все так нравятся. Не знаю, с чего начать. Поэтому пишите в комментариях, с кого начнем. С Rainbow, с Лолок, с Алисы или с Fashion Pack'ов. Спасибо, что посмотрели это видео. И надеюсь, вы точно так же, как и я, хотите распаковать это поскорее и посмотреть, что же там внутри.